С новостями спорта познакомлю вас я, Денис Попов. Здравствуйте. Знаменитый в прошлом французский футболист Зинедин Зидан, ныне занимающий пост директора мадридского Реала, собирается стать профессиональным тренером. Для меня начинается новый этап. Конечно, некоторых эта новость рассмешит, но для меня это логичное продолжение того пути, по которому я хочу пройти, покоряя все новые и новые горизонты, рассказал экс-капитан французской сборной. 39-летний спортсмен с этого понедельника будет посещать специальные тренерские курсы во французском городе Лимож. Возможно, что уже через несколько лет в плеяде выдающихся наставников, ранее блиставших на поле в качестве игроков, появится и его имя. В октябре 2010 года в интервью французским СМИ Зидан вскользь обмолвился, что подумывает о тренерской карьере. Теперь это решение, похоже, созрело окончательно. 3 года назад я отвечал решительным «нет» на подобный вопрос, но сегодня не исключаю возможности работы тренером. Возможно, года через 3 я вплотную подойду к тому, чтобы начать передавать молодому поколению то, чему научился за свою долгую карьеру в футболе. Больше новостей спорта на нашем сайте www.tbn-tv.ru. Будьте в форме!